Меня зовут Семенцова Анастасия. Я рада приветствовать тебя на нашей платформе и на этой пробной тренировке по миофасциальному релизу. Всего за 10 минут ты познакомишься с данной программой и поймешь, что миофасциальный релиз – это прекрасный самомассаж. Мы начинаем нашу тренировку с икроножных мышц. Исходное положение – сидя. Ногу располагаем на роли, находим широкую филейную часть икроножной. Свободную стопу ставим возле ролла, ладони за корпусом, грудной отдел подаем чуть-чуть вперед. Таз поднимаем вверх, плавными движениями перекатываемся вперед, назад, вперед, назад. На сухожилие и под колено ролл мы не закатываем. Вдох, выдох. Если ваши кисти устали, вы можете опуститься на коврик, немножко отдохнуть и продолжить тренировку. Еще два раза. Плавно. Садимся на коврик. Меняем наше положение. Исходное положение боковой планки. Локоть под плечом. Ролл на боковой поверхности бедра. Свободная стопа впереди. И такими же плавными движениями прокатываем вперед, назад. Здесь вы можете почувствовать немного напряжения. Но постепенно оно будет уходить. Это все нормально. Для этого миофасциальный релиз и предназначен. Это все с пользой для вашего тела. Не забываем дышать, не задерживаем дыхание, даже если чувствуете немножко дискомфорт. Вдох, выдох, еще немного. Последний раз. Отлично. Меняем исходное положение. Ногу, которую мы сейчас с вами прорабатывали, оставляем впереди. Свободную ногу заводим за корпус. Ролл размещаем сбоку от себя. Боковую поверхность ладони располагаем на ролле. Свободная рука в сторону. Раскрыли грудной отдел, не сутулимся. На вдохе вытягиваем боковую поверхность грудного отдела в бок. Вдох и выдох. Представляем, как наши ребра прям раскрываются, как гармошка. Вдох и выдох. Отлично. Дышим. Вдох. Раскрылись прям вот здесь, да? Хорошенько. Вдох и выдох. Прекрасное упражнение после сидячего трудового дня. Также мы сейчас с вами прокатываем мышцы предплечья. Вдох и выдох. Супер. Еще немножко. Вдох. Выдох. Два раза. Выдох. И последний. Вдох и выдох. Меняем исходное положение. Сделаем с вами отличное упражнение также на грудной отдел. Ролл располагаем под нижними углами лопатки. Покажу вам. Вот здесь. Ложимся на ролл. Стопы ближе к ягодицам. Ладони за головой. Если у вас длинные волосы, немножко их скрутили. Локти друг к другу. Грудной отдел немножко сгибаем. На вдохе разгибаем грудной отдел. На выдохе сгибаем. На вдохе раскрываем грудной отдел. Поясница при этом остается в естественном положении, то есть мы не переразгибаемся. Угу. Выдох. Плавные движения. Наслаждаемся каждым мгновением, посвященным своему телу. Выдох. Вдох. Хорошенько. Ой, чувствуем, как раскрывается наш грудной отдел. Вдох. Расслабляется грудной отдел. Еще немножко. Еще два раза всего. Выдох. И последний. Вдох. И выдох. Прекрасно. Встаем с ролла. Меняем исходное положение.
Переходим к икроножной мышце, меняем ногу. Напоминаю, находим широкую филейную часть, располагаем ее на роле. Свободная стопа возле, на коврике возле рола, ладони за корпусом. Грудным отделом подаемся чуть-чуть вперед, таз поднимаем вверх и плавными движениями прокатываемся вперед-назад. Вдох, выдох, не задерживаем дыхание, как бы, возможно, вам дискомфортно было бы. Я уверена, что вы получаете максимум приятных ощущений, так же, как и я. Еще два раза. И последний. Отлично. Меняем исходное положение. В положение боковой планки. Боковая поверхность бедра располагается на роле. Локоть под плечом. Плечо-лопатку мы опускаем к тазу. Стопа впереди. И плавными движениями прокатываем боковую поверхность бедра по ролу. Чувствуем, как расслабляется наша мышца. Вдох, выдох. На роле мы с вами сейчас, прокатываясь, чувствуем, как наша лимфа запускается. Миофасциальный релиз также помогает вам избавляться от отеков, помогает в борьбе с целлюлитом. Снижает вес. Достаточно. Меняем положение. Встаем с рола. Ногу, с которой мы сейчас с вами работали, мы оставляем впереди. Свободная нога заводим за корпус. Боковой поверхностью ладони располагаемся на роле. Рука свободная в бок. И плавными движениями мы разгибаемся в бок грудным отделом. Вдох. И выдох. Представляем, как наши ребра раскрываются, как гармошка. Выдох. Вдох. Это вообще достаточно многофункциональное упражнение, потому что здесь мы прокатываем с вами мышцы предплечьем, работает грудной отдел, работают мышцы пресса. Вдох. И выдох. Осталось три раза. Вдох. Выдох. Выдох. И последний. Вдох и выдох. Отлично.